Фэшн-фотограф и владелец модельного агентства It Models Аян Мирамгазин, известный как Ян Рей, запускает собственную линию одежды. Многие дизайнеры просто пытаются повторять свои же коллекции из года в год, пытаются копировать известных дизайнеров Европы. Для меня это очень банально, для меня это вчерашний день. Кто, как не мы, покажет, что такое стиль, что такое вкус. Мы должны это внести в массу, в народ и открывать людям глаза на это все. В прошлом у фотографа уже имеется опыт в создании вещей. Это была лимитированная коллекция футболок, спортивных сумок, чехлов для сотовых телефонов с принтами-фотографиями, сделанными Ян Рей. Традиция продолжается. Дебютная коллекция бренда Lantan также будет выпущена в ограниченном количестве. Я не хочу делать массовую продукцию. Это будет более эксклюзивно, то есть каждая вещь у меня будет шиться в двух экземплярах, в двух размерах. То есть, опять-таки, это на людей, которые у которых есть вкус какой-то к минимализму, к чему-то более восточному, к чему-то более сдержанному, однотонному, при этом объемному. Презентация коллекции состоится 1 декабря. Приобрести ее можно будет в шоу-румах в рамках проведения Pop-Up Store в Есентай-Моле.